Ника нашел ферму, но он был не первым. Там побывали Коль Мадрискал и его прихвостни. Застали нескольких из них. Но, похоже, тут рыскает еще один отряд. Они готовят нападение на поезд. Спасибо. Только этого нам сейчас не хватало дач. Ну, ничего не попишешь. Мы нашли кое-какие припасы, одеяло, немного еды. И эту бедняжку, миссис Адлер. Мисс Тилли, мисс Карен, помогите ей. Найдите что-нибудь выпить, согреться. Мисс Адлер, все будет хорошо. Вы в безопасности. Они сделали ее вдовой. Скоты. Мне нужно передохнуть. Я не спал уже 3 дня. Ваша комната там, мисс Оши отведет вас. Мистер Морган, вас мы разместили здесь. Спасибо, мисс Гримшин. Мистер Белл, вы с ребятами будете здесь. А почему? А мне придется спать рядом с кучкой черномазых. Ложись спать. Не успел прочитать. Ну, в общем, Артуру нормальную комнату, а этому так себе. Да. Приходит с мыслями о прошлом. Его уже несколько дней не было. Буря все никак не утихает. Он сильный и умный. Сильный — это да. Здравствуй, Артур. Эбигейл. Артур, как дела? Неплохо, Эбигейл. А ты? Я хочу тебя попросить. Извини, что я к тебе с этим. Малыш Джон, он опять попал в передрягу. Его видели уже 2 дня. Ничего с твоим Джоном не случится. Ну, то есть, может, он тупой, как пробка, и упрямый, как осел. Но это не изменится от того, что он попал под снегопад. Хотя бы просто поищи его. Хавьер, да. Хавьер, ты можешь поехать с Артуром и поискать Джона? На вас двоих вся надежда. Сейчас? Она... Мы все за него очень переживаем. Я знаю. Будь он на моем месте, он бы пошел за мной. Спасибо. Сюда. Джон направлялся вверх по течению. Вполне может быть. Он так и ускакал прямиком на север. Он бы не сбежал. Он бы нас не бросил. Но это уже не первый раз. Эй, я вижу дым. Идем посмотрим, что там. Будем надеяться, не парня, а близкого. Судя по всему, кто-то ушел отсюда. Недавно. И в ту сторону. Ну ладно, тогда вперед. Я вижу тут следы, ведут к реке. Куда ты? Пару часов назад, не больше. Перейдем на ту сторону. Видишь, следы продолжаются. Следы ведут в эту сторону, Артур. Думаешь, это Джон? Пойди угадай. Это точно лошадиные следы, но мало ли кто это может быть. Посмотрим, куда они нас приведут. Послушай, ты был там, Хавьер. Что там на самом деле случилось на этом корабле? Мы забрали деньги, все было хорошо, а потом вдруг они полезли отовсюду. Охотники за головами? Нет, Пинкертоны. Что там началось? Град пуль.
Помедленнее. Тут большой овраг. Датч убил девчонку. Скверно вышло. Но иначе было никак. Все равно это на него не похоже. Следы ведут налево. Дэви подстрелили. Мака и Джона тоже ранили. Насчет Шона мы даже не знаем. Я вообще удивляюсь, что к тому времени мы удержались уже из последних сил, когда вы подоспели. Да уж, скверное дело. Если не поспешим, следи заметет. Осторожно, тут тропа сужается. Давай. Лошади устали. Да, что ж тут, много свежего снега. Уверен насчет этого, Хавьер, мы не можем идти наугад. Подожмем, может, снова нападем на след. Еще немного, ну давай. Эй, смотри, вон там, видишь? Когда мы уходили из Блэквотера, Джон был... Это же... Посмотри, слышит ли он нас? Эй, помогите сюда! Давай туда наверх. Че это у нас? Мертвая лошадь. Выглядит плохо. Сдается мне, дальше нам на лошадях не продвинуться. Придется идти пешком. Не забудь взять дробовик. Кто знает, что нас ждет. Так, где у нас дробовик обрез? Нам сюда. Тут скользко, будь осторожней. Ты уверен насчет этого? Сюда. На помощь. Оттуда. Да. Мьеда, высоко там. Не говори. Помогите. Что-то про выносливость там. Смотри, не свались вниз. Смотри под ноги.
Ударься головой. Так, пригнуться. Okay. Все, прошли. Держись поближе к стене. Выносливость на нуле. Так, сумки что-то говорит открыть. А что мне съесть что-то надо или что? А соль? Фасоль надо съесть. Кажется, он уже близко. Пошли. Джон, мы идем. Черт, холодно. Тогда пошли дальше, за мной. Джон, ты меня слышишь? Джон! Джон, ты где? Марстон, ты меня слышишь? Я здесь. На уступе, это Джон, мы идем. Эй! Он здесь, я здесь. Хорошо, угомонись, Марстон. Скорее, Артур. Ничего себе у тебя царапина. Никогда не подумал, что такое скажу. Но я рад тебя видеть, Артур Морган. Выглядишь ты не очень. Да и чувствую себя не очень. Я замерзаю. Погоди умирать, ковбой. Ну же, компадре. Ну, вернемся тем же путем. Вернуться тем же путем мы уже не сможем. Вид у тебя, конечно... Тут уж не поспоришь. Я же говорил Дачу, что ты взял для этой работы не годишься. Не сомневаюсь, что говорил. В порядке? Пошли, будем надеяться, что выйдем куда надо. О, лук. Смотрите, вон там. Черт. Я отвлеку их, а вы доберитесь до лошадей. Идите. Я отвлеку их на себя. Окей, here we go, John. We'll leave them to Arthur. Over here! We're getting you out of here. That's amazing. Так, надо посмотреть, может, какое мясо есть. Или не надо. Ну, прикончил трех. Не, ничего не надо.
Ух. А хпшки-то мало осталось. Уже погнали. Выносливость улучшилась. Ну давай, нам пора возвращаться. Ничего с тобой не будет. Считай, просто собака покусала. Знавал я одного парня. Его тоже собака цапнула. Через час он умер. Ты-то не умрешь. Рано тебе. С холма еще спускаются. Да ё-моё. Да как управлять-то? Чтоб тебя, зараза. Артур, еще кто-нибудь остался? Кажется, нет. Бух ты мой, ты жив, Марстон? Если можно так сказать, все будет нормально. Мы нашли, где укрыться. Надо бы немного проехать по воде, чтобы запаха не осталось. И к чему приходить их к нашему лагерю? Знаешь, надо будет придумать для твоего шрама историю повнушительнее. То есть... Чуть не умереть от холода, голода, кровопотери, еще угодить волчью пасть. Этого тебе мало? Давайте переберемся на левый берег. Да, вперед, ребята, поднажмите. Видишь, вон те дома впереди, Джон. Там мы и разбили лагерь. Осталось всего ничего. Давайте, помогите кто-нибудь Джону слезть с лошади. Нам кто-нибудь поможет? Нам кто-нибудь поможет? Давайте, помогите ему. Ты жив, господи, жив. Только осторожно, идиота, с аккуратней с ногой. Давай, тебе надо согреться. Спасибо, спасибо вам обоим. А ты, для тебя это было слишком. Спасибо, Арт. Может, еще какую-нибудь кисейную барышню надо спасти? На сегодня хватит. Вы с Датчем уже... Как мы будем выпутываться из этого? Я только что сказал Геру Штраусу, что когда будут... Наверное, нужно будет идти на восток. На восток, но нам же... Цивилизация. Я знаю. На западе нас ждет еще больше проблем. Идемте, Гер Штраус, надо согреться. Спасибо, мистер Морган. Когда быстро говорят, не успеваешь. Последние недели мы только и делаем, что удираем. Мы нашли укрытие. И теперь переводим дух в заброшенном шахтерском городке, ожидая потепления. Не такой весны я ожидал. Джон не вернулся с предпринятой ранее разведывательной вылазки. Артур и Хавьер выезжают в заснеженную глушь на его поиски. Не получив урона, это не получилось. И меткость еще должна быть. Да и надо ли оно больно? Не такие мы крутые игроки. Когда буря стихнет, мы... Но сейчас мы в тепле и в безопасности. Да, наверное. Not...
Похоже, ты в этом сомневаешься. Нет, просто беспокоюсь. Узи, по нам ведь раньше стреляли. Не думаю, что что-то изменилось. Надеюсь, нет. Нам немного не повезло. Но метель заняла наши следы, так что подождем немного. Затем вернемся в Blackwater и добудем денег, и будем двигаться дальше на запад. Ведь сейчас мы едем на восток. Пока что? Пока что. Все под контролем, мы в безопасности. Не теряй веру, Хози. Второй ящик. А это тот же ящик, ну ладно. Так, а что нам надо-то? Куда идти? А, ну вот там какие-то задания на карте есть. О. Что-то никто не говорит. Ладно. Так, ну-ка карту посмотрим. Домик, лошадь. Так, это кто? Билл? Хочет поговорить. А это кто? Мистер Пирсон. Пойдем поговорим. Изучить. Yeah, good boy. Yeah, okay, boy. Что, привязывать надо? Нет, вроде не привязанности. Ну ладно. Обречены на голодную смерть, Морган. Все не так плохо. У нас есть всего несколько банок консервов. А сколько у нас людей? 10-12? Да, я служил на флоте. Я не хочу знать, что там было у вас на флоте, мистер Пирсон. Однажды
Нас носило по морю целых 50 дней, а вы, к сожалению, выжили. Когда мы убегали из Блэквотера, мне не удалось захватить припасы. Когда за тобой гонятся федеральные агенты, приходится отказываться от походов за покупками. Мы выживем. Мы всегда выживаем. Если будет совсем туго. Я послал Ленни с Биллом на охоту, но они вернулись ни с чем. Но Ленни скорее нежный червь, чем охотник, а Билл дурак. Если только эти горы не кишат дичью, которые любят, не стоит удивляться. Ну хватит. Мы пойдем и добудем что-нибудь. Артур, пошли. Погодите минутку. Вот. Вам ведь нужно будет чем-то перекусить. Соленые потроха? Вы уж лучше голодать. Давай, пошли. Ты не можешь охотиться, у тебя рука. Я не могу сидеть здесь. Если в этих холмах есть дичь, я ее найду. А ты ее убьешь. Тебе нужно отдохнуть, Чарльз. По-твоему, это отдых? Идем. Вот, держи. Я не могу стрелять. Ты шутишь? Если поднешь, испугаешь всех зверей на много миль вокруг. А учиться никогда не поздно, как я полагаю. Поехали. Как ты, Чарльз? Я в порядке, только вот рука. Глупая ошибка. Просто сейчас не могу вытянуть руку. Кто бы мне самому помог? Я так толком это дело не освоил. Ничего, справишься. Как думаешь, тут есть кого пострелять, кроме Адрисколов? Здесь точно водится зверье. Пирсон сам говорил. Поехали сюда. Заберемся повыше. Да уж, лихая парденьков выдалась. Бегство на север, потом эта снежная буря, поиски Джона. На тебя много всего навалили. Мне жаль, что я не мог сделать больше. Я не к тому говорю, просто есть над чем призадуматься. Я так до сих пор не понял, что произошло там на пароходе. Я тоже. Ну, Хавьер мне кое-что рассказал. Скверное дело, конечно.